переходим к астрологии друидов. По гороскопу друидов, у нас, кстати, впервые за уже долгие 5 лет будет, сейчас начнется Таро кельтов и друидов. Ну, я думаю, большинство из вас когда-то там было, но этого курса очень давно уже не было. Это год рябины. По календарю кельтов это год рябины. А что такое рябина? Рябина в старших арканах Таро соответствует великому врачу. Рябина – это символ врачевания. Рябина – это пятый старший аркан кельтского Таро, где изображен великий врач, и суть понятная и простая. Кто будет нужен людям, теперь уже с точки зрения не цвета, а кельтов, больше всего в 2022 году? Больше всего будет нужен врач. Но он и психолог, он и наставник. Пятый аркан – это не только врач в чистом виде, но это и некий как бы духовник, духовный поводырь. Вот это все символизирует рябина в кельтском гороскопе. И поэтому рябина, я, собственно, почему резко решил начать курс кельтского Таро, потому что нынешний год – это год дуба, он еще продолжается. У кельтов Новый год 1 февраля отмечается, до 1 февраля еще продолжается год дуба. И я начинаю Таро кельтов по простой детской мечте, чтобы не было войны. Потому что известно, что то, что проходит в нашей школе, необъяснимым образом трансформируется в события за пределами этих стен. Поэтому кельты и друиды должны будут поставить некий заслон любой войне с участием России. А опасность все-таки велика до 20 марта 2022 года. Итак, всем будет нужен врач, так говорит кельтская астрология. Прогноз простой, скажут, ха-ха-ха, врач нужен всегда. Нет, не всегда. То, что нужен врач, это, во-первых, косвенно о чем свидетельствует? Что человечество продолжит много болеть, больше, чем в другие времена. А второе, о чем говорит рябиновый прогноз, что врачей станет намного меньше. Потому что сам прогноз, что людям будет нужен врач, вам скажут, ну и нужен, ну и пойдите в поликлинику или куда-то в медицинский центр, и будет вам врач. Не будет, потому что по исходу уже этого года в мире, не только в России еще держатся, потому что мы водолейские, фиксированные, произошел большой отток медицинских кадров. И это общемировая, ну, потому что пандемия как бы сильно повлияла на эту профессию, и остаться в этой профессии решили уже совсем немногие, потому что очень трудно, и дальше будет только труднее. И поэтому главная проблема, если речь идет о людях, которым постоянно нужен доктор, не по ковиду, а по их хроническим своим болезням, это найти и сохранить связь с этим доктором. Поскольку кельтский прогноз говорит о том, что проблема врачей, а пока об этом особо не резонансно не афишируется, так, всполохами пишется, что в Европе стало очень трудно попасть на прием к врачу. Просто такой обычный, как бы и рядовой прием, не в экстренной ситуации. Ну, а в России последнюю неделю в преддверии кельтского прогноза обсуждают смерть жительницы Ленинградской области. Не слышали эту страшную историю? Блокадницы. Она прошла через блокаду,
дожила до 91 года и не могла попасть в больницу из-за ковидных ограничений, и она сделала сама себе операцию. И вот она умерла. Да. Умерла, потому что она прошла блокаду. Вы просто осознайте, в какое время мы с вами сейчас живем. Осознайте, да, осознайте. Она блокаду сумела пережить, но не пережила славную борьбу отечественного здравоохранения с пандемией коронавируса. Это оказалось страшнее блокады. Ее не стало, а могла бы еще жить. Поэтому рябиновая тема, потом, дай Бог, чтобы никому не пришлось об этом вспоминать. Но что еще советует нам гельтская рябина? Ведь мы помним, что год по западной астрологии будет Юпитера, ну, кончится Сатурн. Дай Бог, чтобы нам дойти до его окончания без серьезных катаклизмов. Катаклизмы начнутся 24 декабря. Я не говорю, что именно 24-го они будут, но от этой даты, когда мы войдем уже в пору расцвета Сатурна, 30 лет ровно исполнится России со дня ее официального создания. А потом Юпитер будет. А Юпитер это что? Тут пересекаются астрологии. Да, гипертония и печень. Помните, когда квадрат Юпитера лепим либо сюда, либо сюда, магический квадрат. А как раз рябина с Юпитером-то совпадают. Черноплодная рябина устойчиво способствует отвару из черноплодной рябины. Ее еще называют арония. Кто употреблял аронию? Один человек. Тот врач. Да. Арония. А рябина, которая красноплодная, она как раз активно используется при болезнях печени. И в Европе, и в Индии. То есть, коллеги, налягаем на что? На рябину в следующем году. И черноплодную, и красную рябину. Потому что тут и Юпитер, и кельты, тут все. И еще раз врач, врач, и еще раз врач. Люди не понимают главного. Болеть это плохо, но еще страшнее, когда ты, болея, не можешь, вот это самое страшное, не болеть страшно, а страшно оказаться без адекватной помощи, останется только, как эта бабуля героическая, заниматься самолечением. Самолечением, и если бы она знала, что ей, блокаднице, спустя столько лет, она не сможет просто попасть в больницу на операцию, которую ей необходимо было сделать. В общем, конечно, эта история страшная. Рябина, таких историй за последние два года выше крыши. Когда-нибудь все это будет проанализировано, но, уверяю вас, не в ближайшее время. Потому что в ближайшее время, помните, как понтон серо-желтое? Есть кто сейчас в сером, а есть кто в желтом. И те, кто в желтом, бенефициары всей этой пандемии, безусловно, не позволят ни анализировать эти факты, ни давать им критическую, не говоря уже о правовой оценке. Желтые не подпустят. Поэтому серым останется только совершать подвиги самолечения. Спасение утопающих. Спасение серых, да. Дело самих серых. Это были кельты и друиды.